Привет, меня зовут Алик. Сегодня мы открываем этот аэропорт. Я там вижу вертолет, какие-то машины, да? Да, это который перевозит самолет, багажи. Диспетчерский пункт, да? Да, вот. Да, там наверх могут даже машины заезжать. Даже пожарные. Вау! А вот и самолет! Там есть самолет, класс! Что-то еще осталось? Машинки. Машинки? Доставай машинки. И там еще, по-моему, воронье гнездо, которое надо прицепить на диспетчерский пункт. Ура! Какой-то лифт, я думаю. Это что-то прицепляется. Что там еще есть? Машины. Грузовик. Здесь есть вот такой вот грузовичок. Па. В аэропорту всегда должна быть пожарная машина. Спасательный вертолет. Ух ты, тут какие-то прицепы. Что-то открывается тут. Это, наверное, для багажа все. Да? Да. Класс. Дай мне еще там один прицеп для багажа. Второй. Вот, а сюда сумки складывают и отвозят в багажное отделение самолета. Представляешь, Даник? Да. Еще здесь есть вот такие вот сумочки. Они открываются и закрываются. Вот так. Оп. Вот эти сумочки сейчас мы повезем в багажное отделение самолета. А вот это машина с лестницей. Это трап, по которому поднимаются пассажиры на борт самолета. Эта машина просто подъезжает к самолету, и люди заходят. А сейчас мы будем собирать сам аэропорт. Самолет. Вот такой вот человечек. А у самолета здесь открывается носовая часть, как у грузового самолета Белухи, и задняя часть. Грузовичек. Там еще в коробке была вот такая вот карта. Тут парковки, рулежные дорожки. Давай мы тут все будем размещать. Давай. Еще в комплекте идут разные наклейки. Их здесь очень много. Ну и инструкция. Здесь еще есть такая деталь, по которой сумки перемещают. Здесь есть такое табло, на котором меняются какие-то данные. Наверное, погода, не знаю. Это будет
молодчик. Я хочу, чтобы было умно, мне нравится. Это было, я еще одну положу, и оно само спустится. Давай. Привет. Ой. А здесь самолет заправляют. Сюда падает багаж. А там люди находят его, да? И берут. А вот еще одна заправка для самолета. Вот такой аэропорт мы сегодня открыли. Пока-пока. Даник, ты как туда залез-то?